Всем привет! Выбрался на куб, раннее утро. Немножко снежок выпадал, но уже растаял. Сегодня ночью минус 5 было. Погодка была такая холодная, но сегодня как-то уже с утра потеплее даже. Градуса 3. На той стороне думали, что такое лежит, а там, оказывается, ось здоровая на той стороне реки лежал. Ну что ж, начал шурфить, Саня, Дима там шурфят, и я решил пошурфить. Немножко железок он там попалось, кирпичики чуть-чуть идут. Ну так, как говорится, чуть-чуть, потихонечку идет, и монеточка попалась. Нитка, так, что за монетка? Так, троечка, так, а год? 32-й год. Ну ладно, тоже неплохо, начало неплохое. Уже начало положено, как говорится. Посмотрим, что будет дальше. Вот, если что, сменим место для шурфа. Там еще дальше домики у нас в траве идут. Вот. И на этом месте я по верхам ходил. Ой, те пропуски есть, как всегда. Ну, всегда есть, как говорится, пропуски. Куда же без этого. Ну ладно, погнал дальше шурфить. Дима тут у нас нашел вот такой чайничек. Жаль, конечно. Морда фашистская. Что-то разбил, нарисовано было. Походу. Или что это? Нет. Ага. На чайничек свой. А это отливали так? Нет. Слушай, ну, стоит взять. Бутылочка красивая, норма. Да. Так, нормально, красиво. У меня был всегда... Так, шел. Смотрим, еще в руки не брал. Шел у тебя здесь? По-моему, часики на цепочке. Или да? Кулон какой-то. Ну, давай, посмотрим. Опа. Кулончик. Серебро, кулончик. Походу. Не тяжко. Цепочка медная. Медная. Что-то закрытое было. Может, часики. Ну давай. Да сейчас тихонечко не будем. Ну давай щеточку надо, да, это. Да рюкзачка. Щеточка потом. Да? Да. Оборванная. Это часть еще. Ну, походу. А цепочка? Интересная вещичка. Не, мне кажется, закрытый колончик. Закрытый, да, да. Я не вижу. Может, часики такие маленькие. Угу. Не, с двух этих идет, с двух сторон это. Нет, это ушко просто загнуто. Uh-huh. Ушко загнуто. Ну, значит, кулончик. Да, находка хрупкая. Интересная и хрупкая. Ну что? Я думал, опять оплавыш. Не открывается, что? Мне кажется... Ну, не, я бачок. Давай не ломай. Не закрыт. Не... Открывашка. Нет, то есть бы... Ну, это нет. Открывается, явно. Мне кажется, да. Нет, мне кажется, там ничего не видно. Ну, это надо щеточки потереть. Ну, надо, да, рюкзаков идти и... привести ее в порядок, и как раз будет нормально. А, за рюкзаками мотать, наверное, да? Отлично. Сюда. Интересная да, находочка. Отлично. Поздравляю тебя. Спасибо. Саня только сказал и монета, и у меня появилась тоже монетка. Вижу, вот здесь где-то он блестит. Так, трешечка, 53-й год. Ну, сохранчик. Хороший. А у тебя треугольничек что-то. Треугольничек. Накладочка с чего-то. Накладочка, нет, знаешь, наверное. Накладочка, так, сзади. Ну, не малый. Монетка чуть-чуть подеденная. Да, ладно, ну вот. Нет, монетка, да. Вторая монетка за сегодня, наконец-то. А, вот кого раскулачивать. Так. Саня. Саня. О, империя, что ли? Не, копейка, думал, это 24-й. Не, империя, мне кажется. Николаша, наверное. Да, империя, кстати. О, империя. У тебя домик тут в край вообще имперский, оказывается. Надо туда расширять его, Саня, да. Мне кажется. Туда да? Уходить, я ну думаю, да. Чуть. Куда-нибудь я туда? Ну что ж, находочки какие-то обрадовали хоть что-то. Ну, думал, да, уже все. Печаль, думал. Так, Дима там от сервиза нашел вот такую штуковину, непонятно, видать. То ли соль, то ли перец, что они тут ложили, непонятно. Я думаю, то ли... детский набор был. Мой даже детский, да, чайничек все возможно. Мини. Да, мини-чайничек фарфоровый. Мини-китаец тут жил. Вот такая красота, в общем, была. Ну, это-то целое вот. А вот это, конечно, чайничек жаль. Очень жаль. Ну что ж, продолжим шурфить. Продолжаем шурфить. И еще очередная находочка. Пломба какая-то, так, надписи. С надписями тут тяжко. Может и есть они. Но что-то не разглядеть. Вроде орел там какой-то. На пломбы. А, орел какой-то, наверное.
Сейчас протру попробую. Вот. Виднее будет. Не, плохо видно. Очень плохо. К сожалению. Так, тут на надписи 13B, что такое P. Про. В общем, прочитаете. Вот. Вот так. Надпись идет. 1-3-6, наверное, 2. Ну, это так, мои предположения. Ну что ж, тоже находочка. Попался мне вот такой утюжок. Тяжелый такой. Но, увы, клея мне не вижу, отбил даже его. Вот. Ну что там, нашел? А, еще не развалилась даже. Сам разваливается. Надписи нет. Два удара всякие. Лопатой выдержала. О, открывается. Работает еще. Делов-то. Тихо лопнет. Нормально. Ручки. Смотрите-ка вроде. Если я не ошибаюсь, если это не... Ну, нитка. Нитка все-таки. Ой, так, уронил. Так, что тут у нас? За советик, советик, да. Так, щитовичок. Что тут погоду? Сейчас протру немножко. 10 копеек. То есть, так. 1933, если я не ошибаюсь. Плохо видно. 33 вроде. Ну, что ж. Вроде неплохая монетка. Хоть и в низине. Очередная монетка здесь. По верхам хожу. Так, что тут у нас? Копеечка. Копеечка. 1930 год. Ну, сохранчик ничего. Пойдет. А, не. 39 год. Ошибся. Вот это. Ноль. Так. Ну, ничего. Монетка вроде. Все, кручусь. Вот это дерево. Лип внизу деревни. Ну что-то попадает. Плянка насыщенная металлом. Всяким разным. Мусором в основном. Наверное, выкидывали сюда мусор. Вот. Ну, монетки тоже есть. По верхам все продолжает укрутиться. И очередная копеечка. Рядом с другой копеечкой была. Вот. То ли аккумулятор это рядом, то ли не пойму, что это. Трон, может, аккумулятор, непонятно. Так, 1940 год, копеечка. Ну вот, пойдет. Ну, более-менее еще монетка. Так вот, сфокусировалась. Вот так выглядит. Решил новый шурф начать и долго ждать не заставила. Монетка, походу. Вот она еще не застывал. Ага, поеденный. Однако. Ну что ж, увидим мы год интересный. Или нас обломает сейчас. Так, шестерка в конце, это понятно. 46-й год, походу. Если я не ошибся. Закончили мы коп сегодня. Погодка у нас отстояла тепленькая, можно еще сказать. Хоть и мороз был ночью, и снежок. Пырхал и так далее ночью. В общем, как-то так. Деревня, конечно, пустовата уж. СССРовская в основном. По находочкам у меня вот такие находочки сегодня. Не густо, не пусто. Копеечки разные, ранние советы. Пломбочка 1860 какого-то года. Так, троечки тоже ранний. И десюнчик, щитовичок ранний. Ну, как-то не густо, но и не пусто. Так, перейдем к находкам Дмитрия. У него тоже не густо и не пусто, вот такие ранние, поздние советики. Вот штук 5. Вот, ложечка вот такая. Жаль, конечно, ушла, медная. Так, это находки у нас Сани. Так, что у него тут? Ранние советики вижу. Николаша, что ли? Да, Николай. И полкопеечки 27-го года. Вот они. Николашка, ну, правда, убитая. Вот такой значок футболистом.
Ну, пол футболиста осталось только. Жаль, ушел. Канинки, пуговица немецкая кительная. Вот такое колечко какое-то, алюминиевая бусинка. Ну, это муштучок советский. Вот такой кулончик с надписями, с узорами там какими-то. Узоры видно, камушек вот посередине него. Ну, что ж. Еще вот такой шмурдяк у него. Одеколончик, который пахнет до сих пор. Вот внутри одеколон годов, наверное, 50-х. Может, еще раньше, кто его знает. Ну, запах сохранился, открываешь, и он пахнет. Ну, как-то так сегодня покопали. Немножко даже устать успели на этой деревне. Ну, СССРовская. Много кирпичей, много чего, мусора, ну и так далее. Ну что ж, всем пока, до встречи в следующем видео. Не забываем ставить лайки, комментировать, подписываться. Всем удачи!